Друзья, всех приветствую. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. У кого что, да? Стараюсь говорить погромче, чтобы вы слышали меня. Сделала себе патч под глаза, не удивляйтесь, пожалуйста. Ну, не такая, не накрашенная почти что. Так что вот такая вот. Встала прохладненько. У нас утро, мы погуляли, Барнюшка. Ну, не такое уж утро. Утро. 12 часов почти что утро. Так что не утро, да, Барнюша, он кушает, ребенок. Прошу прощения, что у меня камера туда-сюда, да. Сделала новую функцию на видео, да, кинозал, по-моему, получается. Посмотрим, как снимется, как качество будет. Да, Барни, а? Голова у меня тоже вся такая взъерошенная. Ну, как сказать, я еще себя в порядок не приводила. Вот патчи сделала, хожу, кофе попила. Вот. Ребеночек мой занимается завтраком, вторым уже. У него уже второй завтрак. А я кофе попила и все еще ничего не кушала. Так что такие вот, ребятки, дела. Хочется так елочку, но елка у меня в келлере. Надо будет принести. Или думаю, может быть, заказать мне еще какую-то елочку, другую. Та у меня такая белая, но она большая. Не знаю, куда ее поставить, если честно. Даже не знаю. Вот. Видите, время уже 12 часов скоро. Так, я думала вот в этот угол поставить. Вот в этот вот. Ну, не знаю даже. Это куда-то надо убирать. А Барнюшина здесь еда. Ну, думаю, хожу. Куда же поставить? Вот. И еще что, холодильник что-то, мне кажется, сильно шумит. Особенно, когда он начинает там лед делать, он аж вот так дребезжит весь. Вообще ужас, Барнюшка пугается. Я, конечно, это отсюда уберу, это временно, пока он здесь лежит. Просто места не хватает. Вот когда стол другой будет, этот поставится. Видите, стол как пока стоит. Ну, в принципе, так-то нормально, все устраивает, да, все нормально. Даже муж говорит... Да зачем нам стол? Говорит, и так все нормально. Я говорю, ну как зачем? Не знаю даже. Мне кажется, нужно все равно. Он большой, да, вот этот вот. Видите? Ребенок так похрустывает. У нас такая вьюга аж завывает. Может, вам слышно? Прямо воет-воет, я не знаю. В Германии прямо вот ураган, вот эти два дня, прямо ужас какой-то. Такие вот, ребят, дела. Я прошу прощения еще раз за вчерашние такие, как сказать, видео. Многим не понравилось, конечно, что я там начала. Ну, я прошу прощения, ребят. Оно, знаете, все равно объясниться надо, чем... недомовка какая-то, да, все рассказать. А вообще-то мне говорят, вот ты артистка. Да, артистка где-то, но я правду рассказываю. Понимаете, я рассказываю правду, я не сочиняю. Просто я так говорю, знаете, для успокоения многих, да, что, чтобы люди думали, что это, ну, как бы, может быть, как сказать. Ведь все думают, что у нас так все хорошо, так все замечательно. Но я хочу вам это... сказать, что уж и не так хорошо, и не так уж все замечательно. В каждом моем, вот в этом, то, что я рассказываю, да, в свои истории, да, нашей жизни, они правда. Я вчера переделала название канала, он теперь у меня называется «Мое хобби и моя жизнь», потому что действительно жизнь – это вот она. Я снимаю себя, мужа, Барнюшку, это наша жизнь, действительно. Это уже, как сказать, ну и хобби, и жизнь, и все вместе, да. Хобби, конечно, тоже буду снимать обязательно. У меня сюда все будет входить. Я уже думала второй канал открыть, но не знаю, чтобы я там только хобби делала. А здесь вот это вот. Но я думаю, это лишнее будет. Знаете, для меня это тоже нагрузка идет с двумя каналами, честно говоря. На один-то время столько уходит, да? А на два канала это вообще будет тогда. Я думаю, что не надо мне два канала. Так вот, ребят. Такие дела. Веточка моя стоит, посмотрите. Да, Барнюшка? Надо елку делать. Надо елку. Хочу елку, прям не могу. Обожаю елочку наряжать.
Вот, будем вместе с вами наряжать. Игрушки у меня красивые есть. Мы еще в магазин сходим, посмотрим. Может быть, я что-то и куплю в магазине. Вам, наверное, темно, ничего не видно, да? У нас так пасмурно, посмотрите. Солнышка нет, все так это. Такие, ребят, дела. Стол обычно, как всегда, заставленный. Пашин лептоп стоит, мой лептоп стоит. Но постоянно нужно, да? Паша тоже вечером приходит, смотрит, читает. Ему тоже интересно, что же там происходит. Не думайте, что он не читает. Он все читает, ему интересно. Он не такой человек, чтобы это не читать. Горло закладывает. Ну ладно, что, кофеечку, что ли, попить? Будете со мной кофе пить, да? Давайте, наверное, попьем кофе. Сделаем. Я уже пила сегодня. Так, темно здесь, вам не видно. Так, вам не видно, вот так, наверное. Да? А? Стоит на меня, смотрит. Давайте я вам покажу. Ну, на... он сразу же на диван. Вот, любимое место. Посмотрите. На диван. Все. Он там у нас, папа, лежал. Видите, все так собрано. Ну, ничего страшного, сделаем потом. Да, Барнюшка? Любимое место ребенка. Ему, смотрите, как хорошо. Наелся на диванчик. Да? А? Хорошо? Жизнь удалась? Жизнь удалась, скажи. Мне хорошо. Скажи, я счастливый мальчик. Да? У нас там мусор, целый пакет стоит. У нас проблема с этим мусором. Увозит только по субботам. Извиняюсь, что я так говорю. Это посуду мне еще мыть. Надо чистую выложить из посудомойки. Эту забросить. Я уже вам, ребят, показываю откровенно все как есть. Настоящая наша жизнь. Эту надо убрать в посудомойку. Потому что мы только в посудомойке посуду моем. Мы так не моем посуду. Потому что большой расход воды, если так будешь мыть, да? А в посудомойке выгодно. У меня там чистая посуда, я ее потом открою. Все чистенько, видите, все уберу. Все, аж блестит, аж блестит. А эту загружу. Классно, когда посудомойка, знаете. Но вот это вот, аппендицит вот этот вот, это кошмар. Я не знаю, что с этим делать. Честное слово, столько вот этих отходов, это фолия, да. Ну, такой пластик там, все такое, да. От молока. Это просто, я не знаю, что с этим делать. Ну, ничего, ладно. Что-нибудь придумаем, да. Я уже предлагала большой такой ящик купить, поставить, да. Вот так. Он уж говорит, да ну ты, что он будет? Ну, не ящик такой, короб, да? И одно отделение под этот мусор, да? Вот под этот вот, где маленький стоит. У нас такой мусор, который, ну, такое все, знаете. У нас еще пищевые отходы отдельно у меня там внутри стоит. И вместе, чтобы все это складывать. Но он говорит, ой, да ну, зачем это? Я говорю, ну, тебе не надо. А я не люблю, когда вот так на виду. Меня даже, если честно, это все раздражает, понимаете? У меня сейчас прическа такая, я не ухоженная, может, торчит где-то что-то. Я не уложила. Надо все равно немножечко стрижку укладывать. И как после тифа, наверное. Да, Барнюшка? Мама после тифа? А, Барни. Кофеек же я хотела. Так, вот такие вот, ребят, дела. На улице ветрюган. Ветрюган. Прямо, знаете, это... Ну, ночью было, аж завывает, завывает вообще. Сейчас я, наверное, поставлю камеру или подержу немножко в руке. Так, ладно. Так вот, на расстоянии. Так вот, на расстоянии. Ёчек хочется. Так, воды, наверное, надо сюда. Я пью вот такое кофе. Мне нравится, мельт. Оно вкусное, неплохое. И завариваю тоже, я люблю такое, ну, настоящее, хорошее. Особенно чиба я люблю, кофе, оно вкусное, вкусное. Сейчас кофеечек сделаем. Так что, такие вот. Вчера, конечно, я немножечко разошлась, ребят, но вы меня извините, простите. И действительно, кто-то начал там писать, я артистка там. Да, может, где-то артистка, но...
вам скажу, что правда, то, что я вам говорю, это все правда. Я просто так уже говорю, для, чтобы некоторые успокоились, что у нас все хорошо. Пускай так и будет, да? Вот. Так, водичка есть? Да? Авокадо. Спрашивали, как я авокадо кушаю. Просто так косточку убираю. Вчера половинку скушала. Ложкой кушаю с яичком, с колбаской. Не солю ничего, просто. Майонезика немножечко. Вот это вот убрать, немножечко колбасочки сюда положить. Можно яичко отварное, майонезик. И прям с ложечкой так. Или просто вот очистить кусочками, порезать в тарелочку, да. Ну, в мисочку, да. И это... И кушать. Очень вкусно получается, полезно, во-первых. И можно так просто авокадо кушать ложками, ложечкой, да. Сейчас кофеечек будем пить с вами. Так, что у меня это? Муж зефир купил. Вафельки вот такие есть. Ну, я обычно утром это так и кофе пью. Такие вот финики. Люблю тоже с этими как... С финиками кофе. Халва есть. Ну, халва мне что-то не нравится. Это она какая-то невкусная. Для меня она невкусная. Зефирчик есть. Не знаю, что мне сейчас. Вот такие вот вафельки, они вкусненькие. Такие вот, знаете, коровка. А, ой! Коровка. Вот эти вафельки. Вкусные, с русского магазина. Так, все. Кофеечек сделался мой. Так, а еще, а сейчас еще один разочек. Барнюшка, ну что ты? Ты покушал все? Лежит. Это его коронное место. Коронное место. Да, Барнюш? Да. Все, ребятки, ребятки, язык уже заплетается. Пачи уже высохли, надо снимать. Сейчас кофейку попью. Делаю, потому что мешки под глазами. Утром встаю, да не только утром, в течение дня. Много пью, потому что, я имею в виду это, жидкости. Так, ребят, всем доброе утро, у кого? У меня уже 12 часов. И тоже доброе утро. С кофеечком встречаем, да, доброе утро. Сейчас я сяду. Так вот. Поставлю. Приятного вам аппетита. Кофе пите или чая пите. Да, барни, скажи, всем привет. Всем привет. Видите, у нас стулья стоят. Мужа стул на колесиках, мой стул на колесиках. Вот так вот. Хотя я на колесиках как-то не очень. Ну, он любит. Он ездит на нем туда-сюда, туда-сюда. Да? Да? Посматривает так на меня. Вафля вкусная. С кофеечком. Двенадцать часов, да, уже первый час. Да, уже 5 минут, 10. Ну ничего. Вкусно. Я бы не сказала, что дома холодно. Нормально. Видите, хожу, как просто набросила. Ребята, кто стихи пишет, спасибо. Почитала. Спасибо. Сами, наверное, придумываете. Ну, ничего, я не обижаюсь. Пишите.
Я плохие комментарии удалять не буду. Дело в том, что больше. Дело в том, что, как сказать, они тоже продвигают канал. Не только продвигают, но вообще, пускай будут. Почему нет, да? Пускай будут. Если вы хотите их читать. Просто, ну, когда уже грубость идет конкретно, знаете, такое пугание, то, конечно, это уже чересчур. А когда что-то такое написано, ну ладно. Пожалуйста, пишите. Я разрешаю. Ничего страшного. Вот так вот хорошо видно, да? Да, Барни? На улице ветрюган. Сегодня вам засниму, наверное, котят еще, да? Барнюшку, как он с ними играет. Надо их почаще снимать, потому что скоро заберут. Их не будет. Такие вот дела. Так, канал я поменяла вчера название. Говорила уже, да? Аватарку сменила. Тоже. Это я там где-то, знаете, сколько лет назад? Где-то 10 лет назад. У меня длинный волос был. Это 10 лет назад. Это точно. Так что вот такие вот дела. Все, ребятки, буду с вами прощаться, то вам неинтересно смотреть. Да, Барни, скажи пока. Барнюш, скажи пока-пока. Скажи пока. Скажи пока. Пока скажи. Ну, скажи пока. Барнюш. А ему пофигу. Лежит, спит. Наелся ребенок. Все, ребят, пока. Продолжение будет у меня видео сегодня. Еще какое-нибудь сниму. Вы уж сильно на меня не злитесь, не обижайтесь. Я и так для вас стараюсь.